что тебя кидало? Да потому что ты стёлки свои постоянно. Ничего подобного. А слабо её бросить? Да и брошу. Вкусненько. Бросил? Завтра брошу. Посмотрим. Ты понимаешь, что после сегодняшней ночи я никак не мог ее бросить? Она там такое вытворяла. Просто же. Может, все балабольство. Вот завтра ее кину. Посмотрим. Нам нужно серьезно поговорить. Настя, что случилось? Мне я все понимаю, но нам нужно расстаться. Харизма, харизма, харизма. Опа-на! Чё за фигня? Так ты сам её бросишь. Давай. Мне с тобой хорошо, но одному мне лучше. Девушка, что случилось? Нет, да всё в порядке. Может быть, я могу чем-то помочь? Нет, нет, спасибо. Как хочешь. Хотя стой, подожди. Эй, guys, у меня всё nice. Сейчас он точно заревнует. Не-не-не, погоди, ну хватит постанов этих уже, ты мне и правда ведь нравишься. Мне с тобой хорошо, но одно мне лучше. Ты моя первая, последняя, первая, последняя, ты моя. Кристин, извини, я одумался. Давай снова быть вместе. Извини, но я хочу побыть одна. Эй! Вы человек, а можно с вами познакомиться? Извини, детка, но мое сердце занято. Возьмем, короче. Почему ты постоянно выбираешь? Давай я буду главным. Давай. Этот bad boy засыпает только со мной. Я поняла, все. Слушай, может, совместную фотку сделаем? Зачем? Ну надо. Покажи, что за колечко. Слушай, у меня папа такой же, можно я сфотографирую? Да. Ну что, дорогуша, подписалась я на твой инстаграм, фотки смотрю с парнем. Внуки-то скоро будут, а? Ну хорошо, мама, буду тебе внучать. Ты меня тоже достала, заколебала. Я тебе ненавижу, ты заткнись уже! О, давай сфоткаемся. Хороший день заменила ночь, по небу звезды, похоже на тебя. Нет негативных фактов. Слушай, пойдем сфоткаемся. Нет, ну если вместе фотки нет. Погнали. Скукота разбежалась и напомнила, я не устала. Малышка, помири шляпу. Ты что, за кого меня принимаешь вообще? Слушай, померь шляпу, щеки твои закроем. Ой, все клево, мне нравится. Слышь, что, может, на мелодраму пойдем? Пошли.
Что, может, на мелодрам пойдем? Какая мелодрама? Ты что, на поединок пошли, конечно. Слушай, может быть, тебя на тележке прокатить? Че, сколько мне лет, а? Ну, ты видишь тележку? Поняла. Еще успеем отдохнуть. Мы же не будем ссориться. Не будем ссориться. Братаны? Братаны. Ты заткнись уже! Детка, давай я тебя удивлю, а ты мне дашь свой номер телефончика. Ну попробуй. Начнем. Следи за движениями. И в чем прикол? Дай мне свои часы. Смотри, это твои часы. А здесь ничего нет. Я беру твои часы, заношу их сюда. Опа, это цветок тебе. Что это за хуйня? А сейчас самый главный фокус. Вуаля! Это тебе. Ауди для педиков. Ладно, ладно. Последний фокус. А мне тачка нравится. Да ты мне уже надоел, я за тебя личную жизнь не могу построить. Зато ты ни от какого козла не залетела и не жила потом одна. Не может быть, он и прав. Привет. Привет. А это кто? А это Глеб. Мы с ним в книжном познакомились. Книголюб недоделанный. Ты извини, что опоздал, я в зале задержался. Ну вот видишь, он спортсмен. Да знаю я этих спортсменов, продвинь себе в жопу колят, а потом их пиписьки маленькие, маленькие-маленькие. Маленькие-маленькие? Посмотри на него, он точно тебе не нужен. Да, наверное, ты прав. Зря ты опоздал, мне уже пора идти. Жаль, хотя мне сегодня еще чемодан собирать. В Нью-Йорк улетаю. Нью-Йорк? Нью-Йорк. Держи его, он тут поможет. А у меня время появилось. Ты в своем уме? Ты думала, я не замечу вот этого парня с листком на лбу у тебя за спиной? Да ладно, да ладно. Ну вот видишь, ты снова все испортил. Найдем другого. Прикинь, мне вчера такая девчонка написала, зацени. Хочешь прикол? Ну. Давай договоримся, что не мешаем друг другу. А пусть сама выбирает. Алло, да, здравствуйте. Вас не слышно. Да, сейчас я отойду. На работе звонили. Так, а где мой кошелек? Детка, давай я за тебя заплачу. Можешь заплатить? В общем, вчера ездил в сервис к пацанам. Принеси водички. Да, конечно, сейчас я принесу, подожди. Staring at the stars in the back of my car. Fuck that. Я сразу понял, что это ты. Я тоже заметил твой подход. Ага. Ага. Братаны. Братаны. Здорово. Слушай, я такую тему нашел. Что за тема? Вообще просто. Я теперь понимаю, о чем базарят тёлки. Да ну. Да, смотри, приложуха, короче. Слушай, завтра я с тёлкой иду встречаться. Давай я ее скачаю и попробую на ней. Давай. Ты совсем охренел? Что ты мне был? Я не звонил. Я просто очень по тебе скучаю. Смотри, мать на ребенка орет, совсем больная. Я переживаю, будешь ли ты любить наших детей? Смотри, сейчас плюну. Да ты дурак, что ли? Я тебя очень люблю и не хочу, чтобы ты позорился. Ты что, поставил лайк этой суке? Тебе реально пи***ц. Будь за ней. На, согрейся. Ты дурак, что ли? Сейчас все будет. Спасибо. Really, nigga? Не перебарщивай, друг. Умей постоять за свою девушку. Я тоже. Держи себя в руках. Намекай правильно. Будь тактичным. Пацан. Ноги бреешь? Жопу моешь? Лесбуха? Куришь, ешь, пьешь, врешь, спишь? Пойдем раз на раз. С другом будешь? Куртку отдай. Сфоткай там. Сфоткала? Сфоткай там. Сфоткала? Сфоткай там. Сфоткала? Там. Yeah.
Какая песня? Ты знаешь ее?